Последняя надежда Дубровского на Верховный суд. Бывший губернатор вновь пытается оправдаться по делу о картельном сговоре. Кассационную жалобу направили в высшую судебную инстанцию страны. В конце января арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Федеральной антимонопольной службы. Надзорное ведомство ранее признало Дубровского участником картельного сговора вместе с региональным Миндором и компанией «Южуралмост». Суммы, выделенные на ремонт, были колоссальными и оценивались миллиардами. ФАС передала все материалы в Генпрокуратуру и МВД. Обвиняемые подали встречные иски. Изначально выиграли дорожники. Верховный суд поддержал ФАС и отправил на новое рассмотрение. Споры продолжаются до сих пор. Теперь новый раунд споров. Кстати, именно обвинения антимонопольщиков стоили Дубровскому карьеры. В марте 2019 года бывшего губернатора отправили в отставку.